В Лунинецком районе в одном из хозяйств взорвалась летняя кухня. Когда приехали спасатели, строение уже полностью было охвачено огнем. Хозяин с различными травмами находился рядом. Со слов пострадавшего, в летней кухне он готовил себе еду. Для этого зажег плиту, а вот как потухла конфорка, не заметил, в результате чего в помещении скопился газ. Его хозяин не почувствовал, и как только попытался разжечь плиту еще раз, произошел взрыв. В результате пожара летняя кухня уничтожена полностью.